Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И 30 ноября я выкладывала видео. Ссылка на него сейчас всплывет в подсказках. Оно называется «Рождение мукаленка». И в том видео, в тот день, вернее, я впервые заметила маленькую-маленькую пипочку на этом пенечке. И она была настолько мала, что я еле-еле смогла сфокусировать на ней камеру. И то не все зрители смогли его разглядеть, этого мукаленочка. Ну, а теперь сегодня... Ну, а сегодня 10 декабря, и вот он, этот малыш, он уже заметно подрос, и он сейчас размером практически, да, целый сантиметр. Вот этот вот его стволик, он целый сантиметрик, и его уже видно, виден вот этот вот зачаток листочка, самого первого, самого маленького листочка. Дальше пойдут листочки крупнее. Для тех, кто впервые заглянул на мой канал и смотрит это видео впервые и не знает этот сорт, сейчас на экране всплывет фотографии этого сорта. Этот сорт есть у многих. Он имеет красивые листья, в мелкий-мелкий темненький краб. И цветы, хоть и привычного нам цвета, боюсь неправильно назвать оттенок, но он какого-то такого вот ближе к фиолетовому, к фуксии, ну вот такого вот оттенка, но цветы имеют свою такую специфическую форму и легкий белый кант по краям. А теперь мой мукаленок будет расти. Я надеюсь, у него все теперь будет хорошо. Что вот этот вот росточек будет крепеньким. Жизнь у него будет долгой, длинной. И он будет меня только радовать. Конечно, до цветения еще очень-очень далеко, очень далеко. Я вот сейчас смотрю на всю полочку с детками, с реанимашками, которые... Ну, вы знаете по собственному опыту, что любая реанимашка – это, по сути, та же детка, потому что растение начинает жить заново, с новыми корешками, с новыми листочками, избавляется от всего старого, все старое скидывает как балласт и начинает, в буквальном смысле, начинает жить заново. И вот я смотрю на эту полочку свою и думаю – когда же это все будет цвести? Ну ладно, время тоже летит быстро. Не знаю, к сожалению, это или к радости. Надо, наверное, как-то по-другому к этому относиться, с позитивом, что время так быстро летит. Ну и я думаю, что глаза моргнуть не успею, как это все будет уже... большим, крупненьким, хорошим, сильным растением, и этот мукаленок, и все остальные деточки тоже будут крупными уже растениями, взрослыми, и уже будут цвести и радовать меня своими цветочками. Ну, а я буду делиться этой радостью с вами, потому что уже у меня есть мои дорогие зрители, вы мои дорогие зрители, которые мой канал третий год существует, и которые со мной изначально, особенно вот те, кто со мной изначально, и наблюдаете за всеми моими цветочками, знаете, как многое из них появлялось в моей коллекции, и что сейчас с ними происходит, каждый этап их жизни. Ну и вот за этим мукаленком также будем наблюдать все вместе. И спасибо вам всем огромное за ваше внимание, за все ваши комментарии. И всем пока, всем до новых видео!